складывается принцип прижизненного воздаяния. Это началось с протестантизма уже. Бог любит богатых. Богатство – это Божье благодарение человеку за его труды. Церковному, религиозно пропитанному, организованному праву Средневековья противостоит так называемое естественное право, противопоставляется естественное право человека. И естественным для человека является индивидуализм. Номинализм – это выбрасывание всех общих понятий, всех невоспринимаемых чувственно якобы предметов, таких как любовь, благодать, добро, совесть, система, природа, Бог. Надо доверять органам чувств. Это знамение или знамя. Это знамя, принцип возрождения и нового времени. И полностью уничтожать реализм – это значит обречь себя на рабство у органов чувств, на рабство у видимого, сегодняшнего, здесь и сейчас, здесь и сейчас. Теперь эпоха гуманистической культуры или эпоха гуманистов, может быть, так лучше сказать, в эпохе Возрождения. К эпохе гуманистов надо отнести нескольких, если персонально говорить, нескольких деятелей эпохи Возрождения. Это Данте, Петрарка, известные имена, да? Лоренцо Валла вам неизвестен, наверное, Пико делла Мирандола, и вот этот Брачеллини, о котором я говорил. Итак, Данте, 1265-1321. Он написал свою знаменитейшую работу «Комедия», или, как ее потом стали называть, «Божественная комедия», написал в 1300 году. Это, так сказать, вот начало эпохи Возрождения, начало 14 века, 1300 год. Дальше 301, это уже 14 век. Да? И основные достижения этой работы в том, что Данте еще в рамках религиозного сознания, в рамках того, что это все создал Бог, представляет в ней, что Бога создал человек как высшее свое творение, и человек является высшей ценностью природы и культуры. Вот такая общая позиция гуманистическая впервые высказана Данте в этой работе. Переломный момент. Его иногда там Энгельс называл последний поэт Средневековья и первый поэт Возрождения. Он дал новые принципы понимания этого. И там у Данте описывается культура эпохи средневековой, ее истоки. Там, интересно, дается картина творения мира и творения возникновения ада, рая там, и так далее. Там примерно такие вещи, что у Бога был хор, которым руководил Люцифер, ангел. Люцифер означает «светоносный». И вот когда Бог сам руководил этим хором, хор так себе пел. А когда Люцифер руководил хором, хор пел намного лучше. Бог разгневался, позавидовал, возревновал, разгневался и схватил этого Люцифера за крыло, раскрутил его в пространстве и шваркнул о землю, поскольку где-то уж на небесах все это. И Люцифер ударился о землю так, что пробуровил землю насквозь 9 спиралевидными кругами. 9 кругов сделал и вылез на той стороне земли. Там образовался такой бугор-гора, который называется Эмпирей. А здесь вход, и вся эта вот внутренняя дыра из 9 колец стала адом,
для людей, которые грешники. И в этом аду, на соответствующих спиралевидных там ступенях, были грешники большей или меньшей степени, а самые малогрешные люди – это были языческие философы, такие как Платон, неоплатоники, которые были близки к христианству. И вот они лежали при входе в эти круги ада, и были заморожены льдом, и прямо по ним, по льду можно было ходить и наступать на лицо Платона. Вот такие презрительные такое отношение к Платону, скажем, хотя он и не в аду, он не там в этих кругах, а он еще на поверхности, при входе, он же почти свой, и прочие вещи. Ну, я не сказал там, ну, это не так важно. С первой строчки этой работы такие, свой жизненный путь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу. И вот он искал, значит, выходы из рассуждения, и в конце концов рассуждение в том, что человек высшее существо, и одновременно оно и религиозное, и нерелигиозное сочинение такое. Недавно его купил, никак не сяду, чтобы его почитать подряд. Вот. Если говорить Петрарка, Петрарка 1304-1374, это уже вот намного позже Данте, и он знаменит тем, что он написал сонеты о своей возлюбленной Лауре. С Лаурой он познакомился что-то, когда ей было то ли 7, то ли 9 лет, а ему 9, а ей 7, или что-то в таком ничтожном возрасте, влюбился, и потом всю жизнь ей поклонялся, пока она была жива. Потом она умерла, и после ее смерти он продолжал быть в любви ей верным и так далее. Сонеты на жизнь, на смерть Петрарки. Но более известен он, или философски известен он, тем, что у него есть сочинение «О презрении к жизни», называется. «О презрении к жизни», там длинная, или там еще беседа Августина и Франциско. В этой работе изображено, изложено, или, как сказать, представлена воображаемая беседа Августина Аврелия и современного итальянца по имени Франциско. Под этим Франциско он подразумевает самого себя, то есть беседа его с столпом католической церкви и отцом религии, так сказать, в каком-то смысле этого Августина Аврелия. Беседа с Августином Аврелием. И стоит почитать. Вот к семинару, который будет у нас, возьмите кто-нибудь, или все подряд возьмите, полистайте эту работу Петрарки. Нужно, там достаточно наглядно можно представить то, что Августин все время побеждает в разговорах современника Петрарки или его самого. Все время доказывает от имени попов, от имени церковников, Петрарка представил правоту религиозного мировоззрения. По вопросу о совести, о богатстве, о политических моментах, управлении обществом, по всем позициям Августин Аврелий побеждает Петрарку. Но так написано, что видишь, что Петрарка не побежден, что Петрарка его молчаливо соглашается, но внутри себя имеет противоположную и более правильную позицию. Вот, вот такое, понимаете, вроде и критика идет современного гуманизма, и в то же время утверждение этого гуманизма. Почему такой жанр, так сказать, он приобрел? Ну, это уж так. Вот. Потом следующая фигура среди гуманистов. Лоренцо Вала. Лоренцо. Имя. Вала. Видимо, фамилия. Не, видимо, фамилия Вала. Лоренцо Вала. 1407-1457. Это уже, видите, 15 век. У него есть работа, называется «О наслаждении».
И она такая тоже, как бы, все на церковном материале. Я как-то не акцентировал ваше внимание, что все они были верующими, и никто не отказывался от религии. Все были христианами, и еще католиками, потому что протестантизма еще не было, да, там 14-15 века. И, тем не менее, давали уже такие нерелигиозные позиции в рамках религиозности, что вот Бог создал человека свободным, Бог создал человека вершиной мира, Бог создал человека для собственного творческого решения вопросов, и каким ты себя организуешь, это будет угодно Богу, потому что Он дал тебе свободу воли, свободу выбора собственной жизни, право улучшать свою жизнь, удовлетворять вот эти материальные потребности и прочее. Так вот, у Лоренцо Валлы есть работа, называется «О наслаждении», и она не то чтобы вот о разнузданности буржуазного наслажденчества, а о том, что существуют разные типы поведения. Существует стоический тип поведения, когда человек ограничивает себя в чувственности. Существует кинический тип поведения, когда человек удовлетворяет материальные потребности как только заблагорассудится или прочее, до там, примитивности. Существует христианский тип наслаждений духовных, духовный тип или предпочтение духовных наслаждений. Так вот, он здесь делает какую-то диалектику и говорит, что и тот, и другой, и третий типы морали в отношении наслаждения, удовольствия, благополучия жизни, и эти типы достойны внимания, и христианский тоже. Но уже сама постановка, что христианский в ряду других стоит, уже вырывает его за пределы христианского мировоззрения. Это уже вот такой, так как это говорится, христианский, то есть возрожденческий гуманистический принцип. Ну и можно говорить и о других еще. Значит, вот Пико делла Мирандола. Пико, там не поймешь, я не пойму как. Пико – это имя, а делла Мирандола – это значит из Миранделы. Ну, значит, Пико – это не имя, а фамилия. Пико делла. Делла с маленькой буквы пишется, делла 2Л, Мирандола. Пико делла Мирандола. 1469-1494. У него есть работа о достоинстве человека. Он был молодым, как видите, жил совсем недолго. 63-94. Сколько это? 20? 31 год. Нет, как? 31? 69. 25 лет. А наоборот, 69. Да. 75. 25. Да, я не туда считал. Всего-то навсего. Молодой и красивый. Вот это о достоинстве человека. Когда мы были на выставке Маркса, вот двое из вас там были, и мы двое, там при входе в... Там две части было о Марксе положительно и о Марксе отрицательно. Отрицательно там такие крикливые отрицания Маркса, типа мятьки там какие-то, мятьки, изображения Маркса, дули показывают там Марксу, еще чем-нибудь, ну, мятьки. Вот. А в отделении, в зале, где положительная характеристика Маркса, там такие большие плакаты из изречений Маркса. Ну, не подписано, что это Маркс, ну, наверное, это марксовые слова. И там такая фраза: «Ничто так не возвышает человека, как его человеческое достоинство». Или важнейшая задача человека – не уронить свое достоинство или утвердить свое достоинство. Вы не помните ближе к тексту? Ну, я думаю, что так. Ну, примерно так. А у вас фотографии есть, да? У меня фотографии вот. Есть, я могу сейчас подглядеть. И там был дядечка-профессор из нашего педуниверситета имени Герцена. Или нет, кого? Достоинство есть именно то, что больше всего возвышает человека. Ага.
Вот. Соответствующая цитата. Это такой ренессансный, типичный ренессансный принцип или лозунг. И я из соображений вредности стал критиковать тут Маркса за эту фразу, что достоинство – это не самое лучшее качество в человеке. Достоинство – это качество не личности, а индивидуальности. Вот у меня, я индивидуальность, я сам по себе, у меня богатство своих свойств, достижений, и я честь имею. Честь имею, говорили царские офицеры. Чтоб меня не обошли, чтоб меня не уронили, чтоб меня не обидели, я себя защищаю. Это такое даже болезненное немножко, или просто болезненное себелюбие такое. Я достоинство свое берегу, я не позволяю другим оскорбить меня, я не позволяю себе уронить свое достоинство. Как-то мне не понравилась эта фраза, ну не столько уж совсем не понравилась, но я больше из юрничества какого-то стал критиковать эту фразу. Так вот, у него тоже есть, у этого Пико де ла Мирандола, о достоинстве человека. Характерный принцип, характерное начало в нравственности. Ну вот оно свойственно именно раннему такому возрожденческому, ранней возрожденческой эпохе, что надо не уронить свое достоинство. Как-то больше я сейчас не стану об этом говорить. Этот Пико де ла Мирандола написал какие-то так называемые 95 тезисов. Он пытался переструктурировать все науки, по-новому все построить. И он говорил, что вот в рамках о достоинстве, что человек находится в системе природы не в ряду творений Бога, а в центре творений. То есть, тут надо сказать вот о чем. Были такие неоплатоники, и был такой Плотин. О Плотине я говорил в прошлый раз. И надо вам обязательно посмотреть, вот среди обязательного надо и Августина Аврелия, чтобы каждый посмотрел, и Плотина тоже, чтобы каждый посмотрел, чтобы иметь представление о неоплатонизме. Пусть вы не будете знать Платона, но Плотина надо посмотреть. Так вот, у Плотина были такие представления, что существует нечто единое, это я говорил в прошлый раз, типа Бога, но это не Бог, это единое, это не христианский Бог, который дает эманации, излучение из своей сущности и порождает души ангелов, душу человека, духовное начало отдельных предметов, потом материальные предметы, но я так грубо представляю. И вот среди этих эманаций сидит как бы посередине человек. Но Пико де ла Мирандола заявляет, что это не просто середина, а середина, как он говорил, перпендикулярная. Это не по горизонтали лежит человек среди этих сущностей, а он возвышается над ними и способен быть и животным, и растением, и ангелом, и Богом. Одновременно он возвышается над ними, как ступень более высокая. Он вертикален по отношению к этой последовательности. Вот достоинство его в том, что он может быть всем, чем угодно. Человек не запрограммирован заранее. Его бытие, его сущность не сводится к его бытию. Его сущность богаче, чем его бытие. Это не что иное, как Жан-Поль Сартр в 20 веке написал точно то же, что человек, сущность человека не сводится к его бытию. Бытие – это непосредственное существование, но сущность у него возвышается. Или сущность у него определенная, а бытие может быть самое разное, даже так. Бытие вариабельно. Бытие человека трансцендентально или трансцендирующее, переходящее по-русски.
бытие человека меняется, и он может свое бытие менять так или сяк по своему разумению. Он на это настроен самим Богом, он к этому, это ему дозволено самим Богом, или это поручено ему самим Богом. Быть трансцендирующим, подвижным. Так по-русски лучше сказать, это трансцендирующим. Ну, транс – это через, да, через эцценденции, акциденции, есть акцидент, инцидент, да, цидент, у них какие-то слова такие в латыни. Так вот, не что иное, Лоренцо, то есть этот Пико делла Мирандола писал в 14 или 15, да, он, да, 15 веке писал то, что в 20 веке писал Сартр, или наоборот, Сартр его повторял, не более как. Так что вот такие вещи о достоинстве человека и вот эти 95 тезисов, тут я перемешиваю их, он представил для рассмотрения кругу философов. Папа категорически возражал против этих тезисов, их по сути запретили, и это не Лютер? Нет, нет, папа запретил эти 90 тезисов. Это другие там, у Лютера свои. Да, 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 да. Папа запретил 900 тезисов, которые были отвергнуты папой.